Друзья, всем привет, с вами Алекс. Сейчас мы с Айнурой Зульфией находимся возле приграничной зоны, пункта захода в Detention Center в городе Мехикали. Вот позади нас мы видим туннель, куда заходят люди. Здесь живая очередь. Как видим, проходит довольно-таки быстро. Вот. И мы сейчас тоже встаем в очередь. И, собственно, будем продвигаться уже непосредственно к воротам. Вот. Айнура, еще раз представьте, пожалуйста, нашим подписчикам и расскажите о вашей эмиграции. Здравствуйте всем. Меня зовут Айнура. Я из города Ош. Очень волнуемся. Спасибо вам большое за сопровождение вашей фирме. Все, что обещали, все выполнили. Без вас бы я не знаю, что с нами было бы.